Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую всех вас на своем канале, всех моих подписчиков, всех тех, кто не подписался еще на мой канал. Призываю вас, подписывайтесь, и вы увидите очень много интересного еще на моем канале. А сегодняшняя часть, это уже пятая часть, будет посвящена больше теории, чем практике. Сейчас я вам покажу, что у меня получилось на момент съемки этого видео, этой части. И потом мы перейдем к схеме, и я вам расскажу, как же вам вязать, сколько вам вязать и так далее. Итак, вот такая салфеточка у меня получается. Не салфеточка, а скатерть. Мы уже полноценно связали 3 тюльпанчика и 2 тюльпанчика. Вот я вам показываю. 62 сантиметра она у меня уже в диаметре. Надеюсь, что у вас получается точно так же, как и у меня. Итак, обратимся к нашей схеме. И по схеме мы сейчас увидим следующее. Я сейчас увеличу нашу схемку для того, чтобы было нам все видно и понятно. Так. Вот мы закончили вязать с вами вот в этом месте. Вот в этом месте. Теперь, если я чуть меньше сделаю, то можно обратить внимание, что вот эта часть и вот эта часть, вот эта вот часть, она одинаковая, за исключением. Значит, у вас будет идти на увеличение, будут идти ячейки. То есть, если вы обратите внимание, здесь вот у нас, там 32 ряд 3 воздушных петли. Итак, смотрите, у нас, если вы помните, здесь вот вначале мы провязываем 2 воздушных петли, затем 3 воздушных петли, потом 4, 4. 4 и 3. Здесь у нас то же самое. То есть у нас вот этот лепесток был провязан один в один, как провязан вот этот лепесток. То есть вот здесь тоже, смотрите, здесь 3 и здесь 3. Здесь 5 и здесь 5. Ну, здесь 5, 5. И далее идет 7. И у нас вот разница только в том, что здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, а здесь у нас уже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот если мы поднимем дальше, посмотрите, здесь тоже, сейчас я... Перескакивая слишком сразу. Как бы показать такого? Вот. Посмотрите. Вот этот лепесток. Он тоже один в один, как этот лепесток. Но у нас здесь уже будет 3, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. То есть после того, как мы провязываем каждый лепесток, у нас увеличивается вот вершинки лепестка. Если вы будете считать вот эти ваши ячейки, то их будет на 3 больше. А все остальное точно так же. Вначале вот вы здесь вяжете 5, потом 3, здесь тоже вот смотрите 5, потом 3, потом 5.
Здесь вот 5, потом 5, и вот здесь 3, потом 3, ой, 5, да, здесь 3, потом 3 и 5. Или 5 здесь. Так, а, 5. 5 с этой, 5 с этой. Плохо написано, видно плохо. Вот. И следующий уже точно так же вяжется. Следующий вяжется точно так же. И уже завершение, только у нас будут изменения. Поэтому я вам не буду показывать. Сейчас я уменьшу до размера оригинальной схемы, как у меня было до масштаба. И получается, если, допустим, исходить из того, как показано на схеме, то у нас тюльпанчиков должно быть 4. 1, 2, 3, 4. И потом уже после этого уже будет наше завершение. На сегодняшний момент мы, получается, вообще связали уже 2. И еще у нас получается, значит, всего их будет 5. У нас же еще один такой лепесточек остался на другой схеме. Вот. Но если вы захотите больше размера, то вы можете продолжать до того момента, когда вы посчитаете нужным, что скатерть у вас в диаметре будет достаточно. Вот. А потом мы уже с вами провяжем вот это завершение. Это будет уже четвертая часть, и это будет завершающая часть. Значит, сейчас я буду провязывать вот эти вот тюльпанчики. То есть мне получается их нужно еще провязать. Три штучки. Три. В общем, три тюльпана мне еще нужно провязать. Я посмотрю, какой у меня будет диаметр. Может, я и 4 буду провязывать. Я еще точно не могу сказать, потому что я вяжу вместе с вами. И когда я завершу, я выпущу шестую заключительную часть, то есть расскажу, как вот вяжется завершение. Все те, кто вяжет вместе со мной, значит, вам нужно будет либо меня подождать, и я как бы вяжу каждый день по мере возможности. Те, кто умеет читать схемы, может продолжать вязать самостоятельно. Все схемы я пишу, где их можно посмотреть. Они у меня находятся на моей страничке в Одноклассниках, в папке «Схема». И как бы будьте внимательны, под видео есть слово еще, нажмите на него, и вы увидите ссылки на мою страницу в Одноклассниках. И еще раз повторяю, там есть папочка схемы, и вы можете зайти туда и найти эту схему, скопировать себе, увеличивать до своего масштаба, до какого вы хотите, и очень легко и просто они читаются. Потому что вот все то, что мы на сегодняшний день нам придется еще связать, я уже все рассказала и объяснила. Ну и вот такое небольшое видео на сегодняшний день. Пятая часть, она совсем, видите, теоретическая. Поэтому вот я на этом закруглюсь, наверное. До новых встреч, до новых видео. Подписывайтесь, еще раз говорю, на мой канал. Ставьте пальчики вверх, делитесь со своими друзьями. А с вами была Ирина.